Когда под ногами не земля, а лед, главное устоять на ногах, особенно если на коньках ты совсем недавно. Вот и многие из местных школьников кататься научились только этой зимой. Каток ведь теперь под боком. Мне здесь очень нравилось, нравится. Ближе к Новому году здесь стояла большая елка, я приходила сюда кататься, она стояла на катке, елка вся горела, здесь была праздничная атмосфера, мне здесь очень нравилось. Новый год Масленицы каток уже стал местом народных гуляний. Их водоканал проводит вместе с депутатом горсовета Ольгой Березневой. Администрация Южного округа тоже не остается в стороне. Оборудовала каток лавочками, сделала освещение, а потом и горку. Собрались, определили, посчитали, что непосредственная близость нашего предприятия к этому месту — это наш округ, и мы, как подшефная организация, занимаем именно этой площадкой, улицей Чкалова, дом номер 70. Мы стараемся, и у нас это получается, поддерживать лед в приличном состоянии, и детвора очень довольна. В общем-то, это рассчитано на них. Покататься вечером на коньках, принять участие в конкурсах и получить сладкие угощения пришла вся окрестная детвора. Впрочем, здесь они и так каждый день. Специалисты Оренбург-водоканала пообещали, этот каток для всех желающих на Чкалова 70 получил не временную, а постоянную прописку. Спасибо водоканалу за этот каток! Ольга Патрушева, Константин Воробьев. Наше время.